Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В принципе, в прошлом эпизоде мы эволюционировали там вроде несколько покемонов, да? Как раз там был покемон босс, но что-то он пропал. Ладно, давайте сейчас, в принципе, пойдем дальше прокачивать наши покемона. Вот Анорита еще можно, Лайрона и, в принципе, так. Ага, как я вспомнил, у нас нет ультраболов. Значит, давайте, может, сейчас немножко соберем себе априконов, но... Хотя давайте сначала все разложим в сундуки. И, в принципе, я думаю, там уже они дозрели, да? Ну, в принципе, да. Так, ну давайте сначала все разложим вот это в сундуки, что у нас есть в инвентаре. Так, тут у нас... Тут что можно поставить? Вот это и вот так. И тут. Тут. Вот так. И в принципе, действительно, давайте пойдем себе соберем немножко априконов, чтобы сделать себе ультраболы, так как, в принципе, уже кончаются. Как кончаются? Уже кончились. Так что нужно. Нужно все-таки. Больше, конечно, черных нужно. Ультраболы, или даже можно потом левелболы себе сделать. Но пока что нет. Давайте будем делать ультраболы. Вот сейчас только, наверное, соберем априконы. Хотя не знаю, сколько можно собрать, а делать мы потом начнем. Так. Идем поставим их на пережарку. Так. Вот так. И, ребята, в принципе, действительно. Все, давайте пойдем опять куда-то. Давайте пойдем опять, наверное, на остров, где он у нас. Да что ты? Так, где он у нас? Где? Да, вот тут. Может, кто-то и будет. Так. Пока что никого. Так, ну, ты должен быть большой уровень, в принципе, как всегда. Главное, попасть в тебе. Хотя ты уже далеко, наверное, отбежал, поэтому... так, кто-то у нас тут будет. Вот, вас можно. Тебя тоже. Тебя. Так. И можно опять будет немножко полетать, поискать какую-то новую территорию. Потом мы полетаем. Так, о. Так, тут у нас покемон босс. Сейчас. Иди-ка ты вот сюда. Да иди сюда. Вот, отлично. Вот. Так, кого бы сейчас можно? Давайте вот так. Сейчас вот тебя можно. Это что такое? Почему я атаки вообще не могу использовать? Это что, вот это я одел и сейчас нельзя что-то атаки использовать или что? Да нет, можно. Это нифиг его знает. Ладно. Так. Тут у нас Саша вот опять. Нет, Диод уже. Да, следующая его эволюция. Так. Ну да, в принципе. Так. Опять что-то. Вот это я ту штуку одел и... Нельзя использовать другие умения иногда. А, ну, в принципе, пофиг. Ладно. Так, отлично.
Кого бы еще. Так, я не бою. Тут кто? Вот. Вот уж а вот бегает. О, покемон босс. Где он у нас там? В воде опять. Ну да. Ах, ладно, копаемся. Он еще там. Но должен быть там, потому что я его слышу. Вот он. Так, и давай. Отлично. Так, идем мы опять вот сюда. Кто-то. Все в бою тут между собой. Вы в бою? Вы тоже? Да ты так. Ты там чё там? Как там? Да, он тоже в бою. Ладно. Так, ты. Ну идите уже сюда. Вот. Я думаю, сейчас можно будет, как, когда мы сделаем себе хотя бы немножко так ультраболов, я думаю, мы, наверное, все-таки поохотимся в лесу, так как, в принципе, у нас еще нет много покемонов, которые как бы лесных покемонов, да? Но на это нужно хотя бы более-менее такое нормальное количество ультраболов, я думаю. Хотя бы штук так 30, я думаю, уже будет нормально, чтобы так пойти в лес. Похотиться там на покемонов, да. Так. Ты еще там. А, ну что ж, качаем. Так, ты давай иди сюда. Качаем. Есть тут кто-то еще? Так. В принципе, можно даже уже пойти эволюционировать кадабру, но это нужно использовать гейммод, так как, в принципе, без него никак не прокачаешь ее. Только через креатив, как бы через гейммод. Так, ну тут должен быть кто-то там. Вот, отлично. Так, и вот ты. Отлично. Так, дай. Ну да. Ладно. Вот так вот. Я не знаю, стоит ли все-таки идти куда-то в шахты, фиг его знает. Может и пойдем, но не сейчас, я так думаю. Так, давай. О, вот тут лес есть. Давайте, может, сюда пойдем. Немножко посмотрим, кто тут есть. Если кто-то будет, то, в принципе, можно будет и словить. Есть у нас все-таки всякие там покеболы, да? Так, нет, ты нет. Ты кто там еще есть? Вы тоже нет. Там еще кто-то есть. Ладно. Пойдем мы вот туда.
Нет, ты там, ты тоже у нас уже есть. Тут еще кто-то может, дай будет. Фиг его знает. Ладно, давайте пойдем вот сюда, например. Ух ты ж! О, вот тут есть шахта. Давайте все-таки спустимся. Опять будем пытаться найти фосил. А, в принципе, в прошлом эпизоде вроде нет. Не помню. Вроде нет, но вот так мы шли искать фосил и, в принципе, нашли. Но это, я так думаю, это нужно поглубже спуститься. Так. Фиг его знает. Тут пока что я ничего не вижу. Не, ну в принципе можно поискать фосил, конечно же можно. Это же фосил, да. И сколько нам еще там, 1-2 покемона осталось, как бы. У нас почти что есть уже все фосил покемоны, почти. Так, тут у нас можно, ай, вот так вот. Тут у нас пройдем вот сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, не нужно так глючить. Это я уже... Ладно, так, тут у нас гравий, гравий, не гравий, ладно, там у нас ничего. Капут, сколько тут? Так. Нету. Тут у нас что-то. Тут мы были или нет? Да нет, вроде не были. Да, в принципе, тут ни и ничего и нету, как я понял. Да. Тогда давайте идем все-таки домой, я так уже думаю. Так, или... Не, давайте все-таки домой. Вот там у нас еще один покемон босс, так что можно еще пойти вот сюда. Так, где он, где он, где он? Где-то вот тут, или он уже пропал? О, вот он, отлично. Так. Ух, а, ну ты, да, там у нас данж есть, но там уже факел стоит, так что мы там были. Так. Ну, вот сейчас как раз можно пойти вот сюда. Отлично. Ну, так, идем, наверное, вылечим наших покемонов или их, или в принципе, ребят, давайте все-таки на этом уже закончим. Ну, в принципе, просто покачались немножко, да. И все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока.